Всем привет! Это видео о паре, которая сложилась благодаря шоу «Холостяк» 7 сезон, об Антоне Криворотове и Барбаре Пином. После проекта парень с девушкой до сих пор были вместе. Антон спалил, что выбрал Барбару еще за месяц до показа финальной серии. А после того, как мы увидели финальную серию, Антон с Барбарой поделились с нами своими совместными фотографиями. Казалось, наконец-то хоть кто-то после российского холостяка вместе. Но неделю назад в сети появилась информация, что Антон с Барбарой расстались. Чем вызваны слухи? Во-первых, Барбара удалила все совместные фото. Во-вторых, к себе на родину Антон ездил один. В-третьих, на вопросы о расставании Барбара своим подписчикам не отвечает. Так рассталась пара или нет? Посмотрим, что говорит о том, что Антон с Барбарой вместе. Барбара объяснила, почему удалила фотографии. Причина вполне понятна. Если кто-то встречается, то им не обязательно везде ездить вместе. Возможно, что Барбара работала. Также Антон в одном из интервью после распространения слухов сказал, что они с Барбарой вместе. Но сказал он это как-то не очень убедительно. Возможно, что парень с девушкой поругались, но последняя точка не поставлена. Это объясняет и то, что Барбара не отвечает на вопросы. Она просто не знает, что отвечать. Так как они поругались, но у нее теплится надежда, что Антон, например, извинится, и они помирятся. Что вы думаете о всем этом? Хотели бы, чтобы у пары все было хорошо? А на этом все. Подписывайтесь на канал. До скорого!